have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Мы, возможно, сейчас совершаем огромную ошибку. У нас тут есть горшочек для хпшки, но у нас нет хпшки. И мы сейчас идем, наверное, да, к этому чуваку, который спер у нас душу. Если нам придется с ним драться, это будет очень печально. Нам придется проходить его без хп. Но он что-то, короче, шаманит. Привет, птенчик. Серая ворона нам это говорит. Прости за этот удар по голове, просто мне была нужна эта душа. Видишь ли, когда-то я тоже был жнецом, прямо как ты. Много лет назад порученная мне душа сбежала. Мне пришлось выслеживать ее на протяжении долгих месяцев. Но когда я прибыл сюда в ее поисках, то обнаружил, что каким-то образом душа прошла через эти врата. Уму непостижимо. Знаешь, что это за место, птенчик? Ну-ка, посмотрим. Там что-то... Врата смерти. Конец пути, где обрываются все жизни. И казалось, это все выдумка. Как тебе известно, все врата питаются энергией душ. Возможно, если раздобыть достаточное количество энергии, получится открыть даже эту дверь. Там колокол. К сожалению, энергии душ, которые у тебя... я у тебя похитил, было недостаточно. Боюсь, отныне наши судьбы сплетены воедино, птенчик. Из-за невыполненного поручения тебя ждет неминуемая смерть. Без души, которая теперь находится за этими вратами, ты в ловушке. Ну, как и я. Спасибо тебе огромное, что подставил меня, ворона, блин. И все же, удача может нам улыбнуться. Эти проклятые земли скрыты от жнецов, и законы природы здесь не властны. Здешние обитатели могут жить гораздо дольше положенного, становясь годами все более, все больше и сильнее. То есть мне нужно какие-то великие души собирать. Мне известно, что на этих островах есть три создания, чьи энергии душ, сложенные воедино, может хватить, чтобы прорваться за эти врата. К северу отсюда живет старая ведьма, одержимая поисками способа избежать смерти. Ведьма. Если пойти на восток, через чащу, там самозваный король правит руинами затопленного собора. А на вершине западной горы обитает дикое и озлобленное чудовище. Никто не знает, сколько лет оно топчет землю в своей бессмысленной жажде крови. Чудовище, король, ведьма. Угу. Мне так жаль, что пришлось тебя втянуть в этот птенчик. Но мне уже слишком много лет, и тело мое постарело. Выбор за тобой. Отправишься ли ты в путь, соберешь души великанов? Или пустишься на самотек, потеряв такую же часть, что и постиг... приняв такую же участь, что и постигла старого глупца, стоящего перед тобой. Чувак, это ты меня во все втянул, ты чё? Врата смерти, я тебя понял. Ну, я не буду пытаться пока что его атаковать, хотя мне интересно, возможно ли это. Дай мне ключ. Мне бы отхилиться, на самом деле. Я так полагаю, что хилка тут вообще очень особый ресурс. Так, ладно, это я открываю себе шорткатец. Пока что вот эта вся система шорткатов и вообще вот это вот все очень сильно во многом напоминает Dark Souls. То есть, ну, вам так не кажется? Опять же, души... и является валютой, территория, хардкорный геймплей. Так, это я к ведьме сейчас... Мне бы вон то забрать, если что. Ладно, посмотрим. А что здесь у нас? Чтобы открыть дверь, нужен ключ. Значит, скважина выглядит очень странный, старый и ржавый. Это колокол у нас, да? Это тот колокол, который мы видели в заставке. А с другой стороны ничего не будет? Жаль. Я думал, ну, какая-то секреточка может.
То есть, по идее, нас отправили за одной душой. И мы ее не добыли. Ну, то есть, добыли, я честно убил эту штуку. Ладно, идем к ведьме, значит. Черт. Можно вниз. Можно вверх. Логично. Я, кстати, уже мог бы прокачаться. У меня уже хватает хпшки. Ой, не хпшки, а этого... И, кстати, так же, как в Dark Souls, мы не можем... я понял, уже зажечь две, чтобы пройти. Мы не можем прыгать, то есть у нас любые препятствия в высоту для нас непроходимы, пока мы не найдем обход или что-то еще. То есть у нас уже на 1.5 грейда есть, хорошо. Интересно, насколько тут... Пройти я туда не могу, хорошо. Насколько здесь хорошо с очками опыта, то есть сколько я могу раскачать. Лифт? Честно говоря, по-хорошему, наверное, нужно было бы вернуться и найти дверь. Но я все надеюсь, что дверь появится где-то впереди. Если дверь впереди не появится, мне нужно, чтобы она появилась. О, тут есть горшочки. Их можно ломать? Нет, перекатами их ломать нельзя. Ящики, горшочки. Это интересно. Желудь! Ну, это в смысле семечко. Фух. Я мог бы, конечно, вернуться аж туда, захилиться, но посмотрим. Может, где-то будет горшочек, куда я могу посадить. Все-таки сильно-сильно бэктрекингом не хотелось бы заниматься. Интересно посмотреть, что дальше. Хочется идти вперед, поэтому... С другой стороны, я могу сейчас запросто довыпендриваться, меня тут грохнут, и все будет хорошо. Я не знаю, что случится в случае смерти. И у меня сильные подозрения, что если меня убьют, то... Как бы... Вообще. Ну, типа... Навсегда. Так. Зажгите ваше оружие и сейте пламенную радость. А как? Зажгите ваше оружие. Да. Подсказка была в этой статуе. Я сначала не понял, что происходит, но подсказка была здесь. Тут лучник. Я посмотрел, потому что если стрелу... Да. Окей. Это хитро. Здесь получается... Тоже... Так. И туда теперь. Угу. Да. А грибочки мне здесь для того, чтобы я мог набить себе стрелы, пока... Угу. Это интересно, интересно. Хорошая механика. Все эти, блин, пламенную радость. О, тут есть тоннель. Это я заберу, спасибо. Если я все-таки когда-то доберусь до врат, то мне будет прям что прокачать. Дайте еще сотенку тогда где-нибудь, а? Что у нас тут? К дому керамической ведьмы. А, какая прелесть. Врата! О, да!
А что за место? Это, наверное, какая-то обилка, которой у меня пока что нету, наверное. Семечко, но я сажать не буду, поскольку есть врата. Это у нас некие чекпоинты и некие фаст-тревелы. Такие два... Ох ты, где я оказался-то, офигеть. Зал врат. А, наверху. Все, я понял. Ну, тогда, по идее, я пока что иду по очереди, да? Добро пожаловать. Хочу, конечно, прокачаться. Блин, мне бы еще сотенку добыть, я бы еще качнул. Что же я хочу? Радиус повышает. Радиус мне очень нужен. Так, также увеличить скорость тоже очень... Блин, тут все очень нужно. Похоже, все нужно прокачивать. Интересно, следующее по экспоненте дороже будет или... Повысите магический урон и улучшите способности дальнего боя. Повысите урон от оружия ближнего боя, также радиус. Ну, как бы безвыходно, наверное, это качаем. А как... А, да. Почему пробел? Ну, ладно. Да, следующее 600. А эти все-таки по... Все, отлично. То есть базовые все равно остаются 400. Это чрезмерно радует. Хорошо, хорошо, продвигаемся. Ну, тогда, по идее, следующие врата должны быть где-то... Даже не знаю где. Владение ведьмы. Еще и подписано. Супер. Так, у нас есть... Ой, керамическая ведьма. У нас есть одна семечка, у нас есть один неиспользованный горшок. Синяя какая-то преграда. Которую я не могу разбивать. Так, а, я не хотел сюда идти, ладно. О, здравствуйте, пернатый друг. Ваши сородичи редкие гости в этих краях. Надо думать, вы здесь для того, чтобы забрать чью-то душу. Смею надеяться, что не мою. Что ж, к делу. Похоже, наши пути сошлись в судьбоносный момент. Возможно, вы не заметили, но меня настиг необычный недуг. Ты кастрюлеголовый? Увы, не судите меня по цвету моего котелка, лучше оцените его содержимое. Котелок. О, где же мои манеры? Мне очень приятно познакомиться с вами, Клювик. Похоже, я попал в затруднительное положение. Мне никак не обойти препятствий впереди и не открыть железные ворота. Если бы вы только согласились мне помочь, я бы был вам весьма признателен. Еще мы смогли бы продолжить наш путь. Ну, вместе, например. Зигурд. Зигурд из Катарины. Это ты? Это такое... мне надо подумать. Я никак не могу пройти это препятствие. Луковый рыцарь, блин. Дружище, давай посмотрим, что мы можем сделать. Тут они все, кстати, с чайниками на головах и все. Ясно, понятно. В это надо стрелять. Ну, кто же знал-то? Ну, в принципе, было логично. Эфи-ве-ве-ве-ве! Не надо в меня целиться, ты чё, совсем что ли? Точнее, стрелять нельзя. Не надо! Короче, да, со стрельбой у нас пока что... Так себе. О, он мог попасть в эту штуку, кстати. Иди сюда. До свидания. Два! За них дают два! Сад покоя. Зачем-то здесь было два, но я открыл...
Ну, типа, ладно. Ух ты ж. Еще два осталось, ну отлично. Последний. Иди сюда. Так, это мы открываем и... Вот это мы открываем. У нас есть семечка жизни, но тратить ее пока что не буду. То есть для восстановления одной хпшечки я тратить ее не буду. Горшков у нас уже два, кстати, накопилось. Эти штуки очень подозрительные какие-то. Ну, не тоже подозрительные, с ними явно потом можно будет что-то по геймплею делать, но... Кстати, тут были грибочки. Тоже можно было догадаться, что это нужно для... А это нельзя взорвать, хорошо. А что у нас-то в других сторонах? Это вот эти железные ворота ты не можешь... То есть мне нужно, по идее, пройти отсюда, потом пройти... Угу, я понял, хорошо. Пойдем дальше. Принцип открывания двух тут у нас соблюдается очень даже хорошо. Кстати, насчет бэктречить, я так все-таки посмотрел, некоторые вещи придется бэктречить, потому что мы их сейчас не можем забрать, потому что, например... Да ты издеваешься, ну я же в увороте был, ну так они медленно... Оу-оу-оу-оу-оу-оу! Так глупо хпшку просрать, вот ни на чем, просто ни на чем. Нормально, этими бочками их вполне адекватно взрывать. Рычаг. А, это рычаг у нас такой. Да, в общем, это первое, а вон там он второй, мы сейчас с другой стороны пройдем. Так глупо хпшку-то потерять, обидно. И еще нужно собрать... Ой, там у нас эта штука есть. Нужно собрать 4 осколка для того, чтобы поднять себе хпшечку. Ёлки-палки, вы посмотрите на это. Сколько тут надо всего? Раз... Два. Ага, вы позаботились о том, чтобы мне хватило, да? Три. Я оставлю этого урода. Если мне придется еще бить. Но бить мне уже... А, ну там мне еще придется сейчас. О, может быть, ты мне поможешь? Иди сюда. Спасибо. То есть можно еще и их стрелами пользоваться. Нормально. Они слоупоки, конечно. Я не знаю, кстати, почему лучники, типа, они такие медленные. Донести огонь. Огонь-то я донесу. Попался. Иди сюда. Ай, да... Че, дурак, что ли? Не в меня же. Кстати, его это вообще не станет. Знаете что? Пойду-ка я подлечусь. Такими темпами. Меня тут реально могут... Хотя, в самом деле, стоит ли мне лечиться прямо? У меня тут дверь есть. Так, а сколько у меня там было? Ладно, пофиг, вылечились и нормально. То есть, да, тут есть вот эта штучка для того, чтобы захилиться, но...
я в ней смысла не вижу, потому что, ну блин, мы можем пойти бесплатно полечиться. Или это как-то, как нам считается, какой-то счетчик, сколько раз мы ходили лечиться, и как-то на нас сказ, короче, не знаю, посмотрим. Вот, тут можно было подлечиться. Сад радости. Это нужно говорить не вот сад радости, а сад радости. Оп. Хорошо. Есть. Ну, два выстрела, по идее, нам хватит, если что, там грибочки есть. Да даже не грибочки, даже вот нам дали магов для битья. Логично. Все открылось, все хорошо. Да все как-то вот здесь, вот это вот как-то все можно пройти как-то. Ну блин, я хочу пройти это все. Дайте мне еще одну семечку. Спасибо. Ну, с двумя семечками я себя чувствую немножечко поувереннее. Чуточку, капелюшечку. Ну, вообще, не знаю, игра постоянно держит как-то на грани, что ли. Ну, вот, вроде не сложно, но вот ты сейчас подохнешь. А, ну вот, вроде опять не сложно. А, нет, вот ты сейчас опять подохнешь. Ну, вот, вот так вот. Великолепно, наш путь свободен, мой неутомимый компаньон, но сначала давай вознаградим наш труд небольшой передышкой. Ну же, присядь со мной, выпей Зигбрау. Во время нашего знакомства я уже упомянул о том, что когда-то был обычным юношей. Это странное проклятие на меня наложила злобная пожилая дама, что живет в особняке позади этого прекрасного сада. Сдается мне, что вы пришли как раз по ее душу, не так ли? Наверное, ее душа уже полностью созрела и полна энергии в силу ее необычайно долгих лет жизни. Все, что я желаю, встретиться со старой ведьмой и заставить ее отменить свое керамическое одеяние, чтобы я мог вернуть свой прежний прекрасный облик. Я был еще тем красавцем, знаете ли. Не желаете супа? Нет, спасибо. Нет? Ну что ж, тогда продолжим путь. Но он реально выглядит как этот... Зигурд. Советы вороны. Некоторые снаряды можно отбить взмахами... Серьезно? Ай! А, это я должен был прострелить! Оно бы в меня полетело, я бы его отбил. О, какая сложная схема-то. Ну, то есть вот эти штуки разбивать... Ну, я понял. Мне дают просто... Вот! Блин, фигня, ты посмотри на этого качка. Это вообще как? Это вообще законно? Так, ладно, в эту сторону явно... Направо пойдешь, от качка гребешь. А налево? Там маги. Нет! Ну, вернулся же. Правда, я в чувака увернулся. Посмотрим, что здесь. Я просто хочу исследовать местность перед тем, как мы пойдем дальше. Наверное, я потом пошел бы еще и хильнулся бы, что ли. Ну, все-таки две хпшки потерять так... Сейчас, мы же вроде недалеко, да, от центрального.
Где у нас были ворота, которые мы открыли? Так, вот у нас перец, который посидел на лавочке с нами. Ну да, там есть зернышко посадить, но, блин, эти зернышки, они такие... Ну, вот тоже зернышко можно посадить. Ну, как-то здесь тяжело жизни даются, поэтому я бы предпочел, наверное, вот так вот. Стой, а сколько у меня... Северотврат. Я не посмотрел, сколько у меня этих душ. Могу ли я еще раз что-то качнуть? Ну ладно. Пойдем. Пойдем попробуем этого рыцаря, что ли, потыкать. Черт его, получится, не получится. А смотрите, а, тут все спаунится. Все, я понял, в чем прикол. Каждый раз, когда... Вот в чем прикол врат. То есть ты ходишь лечиться, это как костер. Ты присаживаешься на костер. И... Да, кстати, у нас недостаточно. Все, все, я понял принцип работы. Иди сюда. Блин, и все равно ж попал под раздачу, ну... Блин, а на самом деле мне душ-то совсем немножечко надо. Мне еще сколько? 11 душ надо? О! А здесь? Если бы здесь была лесенка... Я могу сюда упасть, кстати. Может, попробуем? А вот и мои души. Блин, это тайничок, это тайничок, тайничок, это круто. Все, я что-то сейчас быстренько пойду прокачаюсь, в самом деле. Да, я понял, что они все спавнятся, но теперь у меня есть еще сотка душ, которую я нашел. Быстренько пойду сейчас в дверку, качнусь, и мы с вами попробуем к этому великану подойти. В общем, зернышки, это, грубо говоря, наш Эстус. Очень, ну, такая прикольная механика, мне она нравится. Вот все больше и больше, вот по таким вещам оно напоминает Dark Souls. Мне это нравится. Зал врат. Вратозал. Блин, как бы это плохо не звучало. Окей, поехали. Чувак, хочу... Что я хочу, кстати? А, ловкость хочу. Ближнего. Вы снизите скорость перезарядки атак ближнего и дальнего боя, а также увеличите скорость очередности атак ближнего боя. Навыки уклонения и снизить время перезарядки уклонения. Да давайте. Всего по очереди. Ну, мне все равно все это понадобится. Я не знаю, насколько я смогу это прокачать. И, кстати, насколько длинная игра, потому что пока что мне сказали, ну вот тебе три босса, пойди убей их. Ну, я не знаю пока что, насколько это все долго будет. Хорошо. Идем к Бугаю сходим. Буга-буга. Или, минуточку, кстати, у нас тут зона-то уже выполненная, возможно, спавнятся только юниты в невыполненных зонах. Ну, то есть тут мы еще не закончили наши дела, и поэтому, возможно, здесь еще актуально будет кто-то ходить. А там вон мы уже все пооткрывали, прошли эту дверь, поэтому там уже незачем никого спавнить. Иди сюда. Две души за него дают. Дают специально, наверное, чтобы ты не фармил. Ну, пожалуй, это... Пожалуй, в этом есть какая-то логика. Я не знаю, если есть логика в разбивании ящиков. Пойдем к этому черту. Здесь можно пройти, разбить. А как я туда попаду? Через здесь. Все, я понял. Ага. Ну, прыгай, прыгай.
Ну, в принципе, нет, но я бы не сказал бы, что сложно. У него мувсет одинаковый, просто к нему привыкнуть надо было. Сад жизни. Сожизни. Но я так понимаю, что эти боссы, они по принципу Dark Souls, они не спавнятся. Хорошо. Одна хпшка опять осталась. Три раза меня грохнул, зараза. Чё дальше, дальше-то, чё, а? Чё? Хочу ли я тратить семечко? Так, огонь. Давайте потрачу. Интересно, как тут с чекпоинтами? То есть... вот если я сейчас захочу... спасибо. Если я хотел сказать, захочу выйти из игры, то где я окажусь? Фишка в том, что я записываю вторую серию подряд. И я еще не выходил из игры. Я еще не знаю, что будет. Я тебя понял! Вы нормальные? Вообще, блин! Май. У моего синдуру. Ну не. Тут должен быть какой-то мостик. Или переход, или еще что-то. И тут, кстати, тоже. Я туда хочу. Ну ладно. Хотеть не вредно, да? Не вредно не хотеть. А зачем я это все сделал? А, рычаг. Какой неприметный. Я думал, опять сейчас огоньки придется зажигать. Тут везде костры, а... ну, ладно. Так. Интересное местечко. And what do I exactly do here? Ага. Они уворачиваются от третьего! Да ну как я его поймал-то? Ну вот... а, это сейчас обидно было. Сейчас специально в другую сторону побежал. Лучники, за счет того, что они медленные, их... до свидания. Их не станет. Не падай, по. Ты вообще нормально там над пропастью спавнится? Иди сюда. Фух. 84. Кстати, сейчас неплохо стало. А это что? Вы нашли кинжалы бунтаря. Этими клинками можно наносить смертельные удары противнику. Смерть от 1000 ран. Вы можете выбрать их в меню оружия. А у меня есть меню оружия. Я первый раз сюда заглянул. Типа, меньше урона, но они быстрее. Урон... урон 1, взмахи 3. Урон 0,8. Кстати, не так уж и меньше. Взмахи 6. Дальность 1,8. А, тут дальность больше гораздо. Время. Я подумаю над этим. Я пока не уверен, что я прям хочу быстро близкое оружие, но... но приятно, что я его нашел, и приятно, что мне дали альтернативу. Это круто. Я просто даже не думал, что у меня может быть альтернатива моему мечу. Он так эпично, нуарно смотрится. Приветствую, друг! Из меня вышла бы отличная статуя, разве нет?
Мы на месте. Это чудо архитектуры выглядит безобидно, даже умиротворяюще. Однако, держите ухо востро. Неизвестно, опасности поджидают нас внутри. Что ж, на этом наше путешествие подошло к концу. Пора ворваться в пасть противника вместе. А можно? Нет. Я понял, где я? Я понял, где я? Я здесь не хочу быть сейчас. А я могу войти в дверь, когда за мной гонятся? Не зажимай меня, пожалуйста. Ах ты мелкий. Ха-ха, отстаньте от меня. Хорошо, я надеюсь, что на этом моменте сохраняется, поэтому давайте серию тут тоже будем заканчивать. Прикольно. Пойдем в следующий раз зайдем в те ворота. А пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем оладушек. Всем покеда.